Так, продолжим. Отнесем голову Грифона нашему доблестному офицеру. Дай дорогу. Стоп, стоп, кто там? Кто там? Ну-ка, надо разобраться. Разберемся. Враги были, я точно помню. Волчары, волки позорные. Сейчас мы. Всех постелили. Вот так вот. Вот он. Вот он. Красавец. Так. Такой ловкий никачок. Все как положено. Так, где наш конюк? Ух ты, ух ты, ух ты, сколько всего. Сколько всего мы собрали. Нет? Ну, пошло. Да-да. Так, все, слазим с лошади. Народ, ну я ж пишусь, ну вы что? Так, где тут? А, это... Все, все, вспомнил, вспомнил. Подниматься по лестнице нужно здесь. Ой. Варвар. Ды. Собрать травки. За травку хоть тут голову не оторвут. А, бы. И все, в город такое, зашел паханом. Жить-то. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Вот собака. Все, капец, чуваку. Чего? Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Сконс. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Вот это уже другой разговор. Взять сейчас деньги и отказаться от денег. Конечно, мы возьмем деньги. Надо за этого чувака впрячься, помочь ему. Где там его месят? Это правда? На. Где его месят? А, вот, 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 вот. Здесь? Нет? Поведет нас прямо на Новиград. Пощады! Умоляю!
Ладно, хрен с ним. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Все, я думаю, пока мы закончим.